Здравствуйте, здравствуйте. Я Дмитрий Федоров. Как ТВ приглашает вас в Нижний Новгород, где Торпеда сыграет с Магнитогорским Металлургом. Стройки Пашнин и Минулин. Вторая пара защитников. Вольф Мартынов. Третья пара. И момент у Торпеды. Вернейший счет в матче. Открыт. Вот это начало. И сразу же своим шансом Парнаков воспользовался. Отлично сработал Белевич у ворот Магнитогорского Металлурга. Перехватил жертву, не растерялся и выдал на бросок Парнаков. Козлов. От синий набрасывает, и шайба долетает до лицевого борта. Никто не смог подправить, но это к тому, что правильные траектории выбирают защитники. И выход один на один получается у Бека, и он сравнивает счет в матче. Увлеклись нижегородцы атакой и позволили вывалиться на вороте шестерки. Вывалиться на ворота шестерки Магнитогорского Металлурга. Бросок точнёхонько в угол. И отметим пас Кошеля. Отлетела шайба. Нижегородцы в атаке. И поскольку это второй период, в атаке и стоит меняться. Вот, наконец, шайба Магнитогорского Прижага. Вовремя поставил его на паузу Кошеля. Команда «Торпеда» играет в полном составе. Все, прибежал Орлов на выручку. И в этот момент шайба залетела в ворота. Мазяки, как всегда, хороший. Все пошли на Бека, думали, что он будет бросать. Справа он обычно угрожает воротам, но Бек выбрал иное продолжение. И Мазяк в падении послал шайбу ворота. Орлов прибежал с небольшим запозданием. Ну, как мог, так и прибежал. Так что гол. За задержку соперника. Жаферов получает шайбу на синей линии. Сергей Плотников, номер 16, команда. Бросает из-за неочевидной позиции, но все он сделал блестяще, потому что Кошечкин отбил шайбу. И уже добивание приносит быстрый, я бы даже сказал, мгновенный результат. Жаферов, вот что значит лидер. Бросил из-за неочевидной позиции. Шайба скакала, Чкович под нее отлично подстроился. Магнитков в позиционной атаке проводит время в зоне Торпеда и забивает бросок от синей линии. Тихомиров недоволен. Сейчас бросок Пашнина, и Кошелев подправляет шайбу. Ликует он так, как будто бы абсолютно уверен в легитимности взятия ворот. Иногда по реакции забившего можно сделать вывод. Было нарушение правил. Идет видеоконсультация на предмет высокоподнятая клюшка. Высокоподнятая клюшка – это клюшка, поднятая выше перекладины. Игры высокоподнятой клюшки перед взятием ворот не было. Хороший гол. Не было. Хороший гол. 3-2. Магнитка повела. Кошелев. Молодец. Последние секунды. Только чудо спасет Торпеда. Зимченко шайбу чуть не сбила с ног. Вот такой курьезный момент получился. И Магнитка побеждает. Со счетом 3-2. Опять преимущество в одну шайбу. Победа, как и над Спартаком. Уважаемые болельщики, благодарим вас за поддержку. Прослушайте порядок.